Были когда-то и вы русаками, и кучеров вы имели лихих. Ваша хозяйка состарилась с вами, пара гнедых, пара... Кто это? Эту благодарю. Спасибо. Вы знаете, Володя, в юности я больше всего боялась тихой семейной жизни, что придется варить осенью варенье в саду, нянчить детей, стирать пеленки. А я боялся, что меня сочтут трусом, и болезненно отставил свою честь. Вы видите, все меняется в этом мире. Будет у вас и семейное счастье, будете варить варенье. А пока пусто. Ну, пойдемте, нас ждут дела. Не говорите мне о нем, еще былое не забыто. Он виноват один во всем, что сердце бедное разбито. Ах, не говорите мне о нем, не говорите мне о нем. Он виноват, что я грустна, что верить людям перестала, что сердце моя совсем одна и молодая жить устала. Ах, не говорите мне о нем, не говорите мне о нем. Позвольте представиться. Штабс-капитан Гремин, георгиевский кавалер. Пустились, георгиевский кавалер. Позвольте. На человека не похоже. А кто здесь на человека похож? Человек — это понятие сложное. Станьте философствовать и приведите себя в порядок, вы ведь офицер. Споем, ваш брось. Позови-ка этого чернявенького ко мне в кабинет. Слушаюсь. Были когда-то и вы русаками, и кучеров вы имели лихих. Ваша хозяйка состарилась с вами, пара гнедых, пара... Кто это? Идемте, Варвара Сергеевна, идемте. Варвара Сергеевна решила выйти за меня замуж. Очень приятно. Имя, фамилия? Гремин Владимир, бывший штабс-капитан. Антонов, зайди. Происхождение? Дворянин. Эх, залетные птахи мои, свою песнь до конца вы не спели. Соловьи вы мои, соловьи, вы куда от меня улетели? Соловьи. Соловьи.
никуда от меня улетели.